Я застрял, я под землю хожу, я тону! Футбол на танках. Звучит, конечно же, как бред для самого реалистичного и историчного War Thunder, но такой режим у нас есть, и сегодня мы в него поиграем и пофанимся. А вообще, как мне кажется, это чисто подготовочка к 1 апреля, когда улитка выкатит какой-то новый глобальный ивент. Ну что, танкисты, ждете 1 апреля? Я даже не знаю, что улитка в этот раз нам даст. То ли мы полетим покорять галактику, то ли вообще в какой-то, может, микромир окунемся. Кто его знает, что в этих больных умах сейчас там происходит у разработчика. Ну а мы просто пойдем попинаем мячик и попробуем этот режим. Я как-то играл в него давным-давно, но вот как-то особо воспоминаний не осталось. Не то чтобы я прям великий игрок в футбол или люблю футбол посмотреть, но на танчиках почему бы и не попробовать это все дело. Насколько я помню, там Шериданы как основной такой танчик, да, в разных камуфляжах. Да, у меня даже есть такие камуфляжи, это да, я помню. А звук стример почему не включает? Ага, такой без звука постоянно играет и спрашивают меня люди в чатике. А где звук стримера? Я забыл его просто включить. Ну ничего, исправился. Вот видите, мяч лежит неровно. Но это знаете, все-таки... Игра от разработчиков СНГ. Ну не лежит неровно и лежит неровно. Чего не так-то? Так, три человека, видишь? Ага. Опа! А тут могут дать пенальти? Чё? Что делать? Тут можно перевернуться. А где мои ворота? Так, я зелененький. Хорош! Супер! Так, надо привыкнуть. Давай от угла. Слушай, тут постоянно будет переворачиваться мой танк, я правильно понял, да? Я правильно понял? Не толкайся, гад! А почему на пробел... Ага, пробел-прыжок. Пробел-прыжок. Сейчас опять от угла мячик отскочит. И удар в никуда. Челы пытаются охранять свой мяч. И свое... Это было близко. Вот плохо, что переворачиваешься на углах. Сумасшествие какое-то. Давай, дядька. Тебя толкнем. Отвел от своих ворот. Прыжок. Сейчас ты себя каким-то кузнечиком. Блокирую этого типа. Ну же, давай. Загоняй его в ворота этого гада. Уже какие-то типы уже прошаренные. Какие-то типы прошаренные. Это отряд, что ли, их, или что? Че у нас вообще ничего не идет? Где? Почему не собираемся? Так, танкист, давай, пас надо, давай. Ожидаем игроков. А кого ждем? Чел вышел из моей команды? Да ладно, еще не все потеряно. Его нет. Все, слился. Сдался жмых. Ну ладно, утро может он... А, начало мы вдвоем, да, будем против трех? Понял. Как в жизни. Хорош. Блокирую троих сразу одновременно. Давай, чел. Где мяч? Сука. Пытаюсь максимально подальше откинуть мячик. Получается.
Неужели мы вдвоем сейчас сделаем это? Давай, чел. Да как так? Ну, гол, давай, давай, гол, гол! Хорошо, вдвоем, ребят. Это киберспортивная была. А, появился третий, кстати. Подгрузила нового, да? И этот зашел. 1-1. Пока максимально непривычно. Вот, максимально непривычно, ничего не понятно. Потею, стараюсь. Игра на корову. И все промазали, да? Это было близко. Надо подальше мячик откинуть. И саму не перевернуться. Но это сложно. Как-то вот с физикой на углах они плохо продумали. Типа просто перевернул. Вот на углах капец как жестко. Танк берет и переворачивается. Что вот этот жмых делает? Отличненько. Да не толкайся ты, не толкайся. Прыжок! Да, головой! Вперед! Погнали, погнали! Давай, 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 мяч! Блин, зелененький, у меня какая-то команда максимально неэффективная. Хорошо. Веду мяч. Прыжок. Переворот. Кульбит. Давай, 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 зелененький. Давай, давай, молодец, хороший ты наш. Танкист. Еще один гол. Давай, 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 закатывай его в лузу. Да! Твари, мяч внутрь, внутрь, внутрь давай. Есть. 2-0. А, нет, 2-1. Ну, вы сразу чувствуете, я футболист. Комментариям. Так это потасовка без правил. Танкомяс. А если целиться в мяч, он полетит точно куда-то? Ну, я не думаю. Ну, сейчас попробуем. Дает пас. Блокируем его. Выводим из боя. Давай, 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 выгоняй его. Чё? Перерыв? Перерыв на что? Время закончилось. Я что-то не понял. Это пол... Я просто уже не помню правила вообще футбола. Ну как? Я их и не знал. Я их и не знал. Ожидание. Я думаю, вот дать пас на этого. Давай, давай. Ага. В итоге дал пас противнику. Как они так далеко мяч пихают? Да что ж ты делаешь, ты мешаешь? Во! К ним отводим его. Подальше, подальше. От наших ворот. А тут уже что-то может и получится. Какая же физика. Хорошо. Опять же к ним, к воротам. Главное, чтобы мяч был возле их ворот. А там уже... Там уже такое, да? Сезон, конечно, мое почтение. Вот особенно на углах этих, это капец. Молодец. Вот это плохо. Мяч надо отогнать. Подальше. Защитил очко. Давай, давай, вперед его кати.
А, сука, из боя вывели меня. Так, есть шанс забить. Гол, он забивает сам себе? Это чел забыл, перепутал ворота? Типичные футбол танкистов. Я вообще ничего не понимаю, что делаю. Просто моя задача, знаешь, загнать вот куда-то в угол туда мяч и оттолкнуть от ворот. Все, вот вся моя тактика, которой я придерживался. Чел сам себе загоняет. Опа! Блокируем, прыгаем. Не туда. Чуть не переворачиваемся. Нет! Никого не было на защите. Скажу так, задумка прикольная, но физика, вот она какая-то прям максимально всратая. То есть она даже не физика тундры, это какая-то физика непонятной мне игры. Я не узнаю War Thunder. Может, это аркада? Вот на вот этих поверхностях максимально некомфортно. То есть на льду приятнее скользить, чем на этом дерьме. Чел, надо пнуть. Пни, 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 пни. Хорошо. Хорошо. Идем. Отлично. Дядя, нам было ставить мяч, я пнул. Теперь мы опять на этом углу, с которого очень сложно что-то сделать. Ну, я хз, это максимально тупо. Вот этот чел погнал слишком... Ему надо было вот оттолкнуть мяч и дать мне ударить. Он зачем-то его ведет до конца, то есть тут надо давать, ну, скажем так, пас, да? Вот типа такой. Ему тяжело будет вывести мяч. И есть. Вот этот чел понял, прям телепатически услышал. Да. Сколько уже голов я забил? Ну, два. Главный бомбардир. А что это горит из жопы? А, это типа выхлоп такой реактивный. Теперь уже они будут пытаться забить гол. И опять какие-то незащищенные на воротах. Во! Подальше его, подальше. Этот мяч. Давай, дружок. Да что ж такое? Откинь, откинь, откинь. Зелененький, откинь его подальше. Плохо откинул. Не, нормально. Пойдет. Да что ж такое? И тут не варик. Выгоняй, выгоняй его. Можно получить какой-то пенальти? Было бы прикольно. Вот неприкольные, это вот эти углы, они ужасные. Они ужасно сделаны. Это худшее, что в этом режиме. Потому что на угол заезжаешь, и непонятно, что происходит. Отличненько. Нет, не отлично. Хорошо. Вот это ты отлично сделал. Да, гол третий, господа. Хороший пас. Поначалу я, конечно, ну, распереживался. Я думал, у нас команда идиотов. А оказалось, слушай, умные люди. Три высших образования, судя по скиллу. Ну, у них нет времени просто уже побеждать. У них нет времени побеждать. 30 сек. Давай, зелененький, или автогол? Нет, автогола не будет.
Вот так вот. Все наши перевернуты, мяч почему-то не захотел никуда лететь. И, по сути, он взрывается у меня над головой, чем сигнализирует, похоже, что мы выиграли этот бой. Ну, или матч. Скорее матч, да. Вот первый матч в футболе выигран. Победа, господа. А вы не верили. Я 4 гола сделал. 4 из 5? Серьезно? Я думал, я 3 забил или 2. Не, ну чё, нормально. Не, на самом деле, вот бы собраться какой-то компашкой и поиграть, вот это было бы очень круто. Ну, типа, знаешь, как коммуницируясь, там, пас друг другу давая, как-то пытаясь разводить типов. То есть, эта игра, ну, этот режим, да, он подходит для какой-то командной работы. Вот здесь уже отряды играют, но у меня пока что отряда нет. Опять зеленый, Кама. Ну, возможно, здесь дается зеленый чисто на автомате. Ты видел, за кого ты играешь, но и союзники были зелеными. Так, мы очень близко, мы очень близко, мы очень близко, и мы забиваем гол. Хорош! Видели, я подтолкнул типа. То есть он отлетел от меня и забил гол. Это была командная работа, красиво, ребят, раскатали. Я скоро стану настоящим виртуальным киберфутболистом, судя по всему. Учусь на глазах. Хороший пас. Но не туда. Но не туда. Давай, 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 зелененький. А его здесь и не было. Зелененький. Ой, физика. Физика вышла погулять. Вышла из чата War Thunder. Давай, 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 веди его. Он чуть мяч под поле не закинул. У нас здесь куча настоящая. Не, дружок, так просто мы далеко мяч не отдадим вам. Ах, блин, отдали. Надо выгонять его. Ага. Киберудар. Подальше. Подальше, подальше, подальше мячик убираем. Вот это мне не нравится, заезд на чертов угол. И выехать невозможно из-за физики. Давай, 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 выгоняй его. Ну куда ж ты его выгоняешь, ты? А? Бестолочь, туда надо. Мешаем, мешаем. Хорош. Ну, ребята, оппозицию-то устроили нам, смотри. Стараются. Вот так. Вот отдаем мячик туда, в тот угол. Пытаюсь опять не умереть. В этом чертовом скользком месте. Блокирую, блокирую. Давай, 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 давай. Он его съел жопой. Где мяч? Где мяч? А мяч где? Пацаны, так. Где мяч? Он съел его! Сука, мяч уничтожен! Охренительно он резнулся! То есть, отлично, честная игра! Мяч пропадает в текстуры. Игра говорит, мяч уничтожен. И типам просто пас. Вместо того, чтобы переигровки, да, им просто пас. Просто открытое поле. Охренительно. Спасибо, папаша. То есть мы у них у ворот, да, разводим типов. Почти выигрываем. Промахнулся еще один гол. Сука. Обидно. Это просто дизморали, ребят. Это дизморали из-за этого происшествия. Не могу перестать смеяться, как же сраты сделаны. Идея прикольная, но не управляет. Ну кто мяч ставит? Вот мяч пропал, а потом такой мяч посередине и под противника. Давай, чел. Да! Слушай, тут какие-то тоже киберфутболисты. Вот так вот.
Мы с мечами делаем жопкой его. Давай. Нет, не получилось. Блокируем. Вот что не так с тобой, танк? Он не управляется. Ты сам себе гол решил забить? Аутист. Вот все было хорошо, видите? Один баг игры просто переворачивает бой. И стример забивает еще один гол. Все, мое очко, мое, не ваше. Да. Не ваше очко. Так. Нам нужно еще два гола забить за этот кратчайший срок. Ибо что-то пользу, не в нашу пользу игра подсуживает им. Давайте, танкисты, соберемся. Мы ж с вами зелененькие. А зелененькие издавна в футбол хорошо играют. Футбол-то на Руси хорошо развит. Киберфутбол-то особенно. Это наше славянское. Вот. Что с тобой, физика не так? Чел. Я не верю в него, он какой-то дурак. О, ну зачем ты толкаешься? Неужто стример ведет мяч? Стример бьет и не попадает. Но это близко, это близко. Прыжок. А, нет, хорош! Ловл забивает. Чел аж от расстройства взорвался. Перенапрягся, ребят. Сгорел. А как тут можно умереть, взорваться? Джейкнуть? Да, можно джейкнуться. А если стать... А, ну тут, да, ворот не такие большие, чтобы трупами закрыть. Так, 3-3. Счет равен. Ты смотришь, думаешь, ну, куда ж, блин? Чел вышел или что? Там расстроился или кушать позвали? Я-то утром играю, в принципе, вполне возможно, его позвали покушать. А вот так мне нравится честный бой, да, 3 в 2. Вот так вот. Давай, дружок. Мячик туда, ага. Хорошо. Физика. Физика стен. Это уже какой-то мем. Да ладно, вот скажите, что они сейчас вдвоем нас раскатают. Похоже на то. Не, время закончилось. Перерыв. Вот физика стен. Физика стен. Это главная проблема этого режима. Все остальное можно стерпеть. Это даже фаново. Но стены... Стены это плохо. На которых невозможно управлять танчиком. Скольжение должно быть управляемым. Давай, дружок, давай, давай, дружок, давай, давай! Твой час! Почти! Можно, кстати, одно заблокировать и крутить его. Вертеть. Так. Ждем исхода. На подхвате. Да куда ты его, блин, дурак? Куда вы его тянете? Я застрял, я под землю хожу, я тону! Я тону! Я утонул, сука! Я не забили... Я говорю, игра подсуживает, ребята. Это РПУ в футболе. Это РПУ в футболе. Я просто провалился под землю. То есть до этого мяч у нас провалился, теперь я провалился. И это вдвоем они играют. Там что, Вячеслав Буланников в противоположной команде играет? С такими фокусами. Давай, дружок.
Вот, вот так на, наши бьют. Давай, давай, дружок, где еще один? А, дурачок стоит на воротах. Зачем? Давай, 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 дружок. Ой. Вместо меча я залетел. Опа! И не туда. Блокирую, блокирую. Хорош. Да! Уравняли счет. Тут бинокль есть. Бинокль, чтоб мяч увидеть. Есть у нас проблемы со зрением. Бинокль. Ты представляешь, футболисты с биноклем. Нет, забавный режим, рофильный, конечно. Вот так вот забивает гол стример. Такой подпрыгнул. Это весело, это весело. Я согласен, господа. Это весело, это прикольно. Но нужно отрядами в это играть. К сожалению, я как-то вот факапнул. Ни с кем не скоординировался, чтобы поиграть отрядом. Все, ты один остался. Такой смотрит, а где все? Да, 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 дядь. Такое бывает. Ну, знаешь, в футбольной теме один против трех – это нормально, да, да. Особенно после самих матчей футбольных. Такое случается. Так что терпи, раз в эти цвета оделся, разоделся. А ну, поясни за оранжевый цвет, дружок. И еще разок! Вообще не обучаем. Не, ну тут уже, видишь, как игра не старалась, как не рпушила нас, но все равно скилл победил. Скилл 3 в 2 или потом в 1. Он наш чел тоже вышел такой, говорит, все, теперь будет честно. Может, 1 на 1 мяч погоняем, а? У него там тигр, а у меня что? А у меня, не знаю, волкот, похоже. Волкота нарисовали. Какого-то злодея вартандеровского. Все. Бой, похоже, закончен. Но, ребят, тут честный бой был максимально. То есть, им подкручивала игра. Так, попытка номер 2. Уже я прыгаю как идиот. Опа! Торро! Давай, выталкивай мяч. Хорошо делаешь. Правильно делаем. Вот так его ведем, ведем мячик, ведем, ведем, ведем. Вот так ведем. Ну зачем ты это сделал? Как тебе, дядь? Это War Thunder, да? Самая честная игра. Миссия выполнена. Все, ребят, 2 из 2 боев. Изи, изи. Ща, блин, а, тут танк мясо. Это универсальный. Да, 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 да. Больный танк. А то, блин, закинут на маусах. Не, реально, прикинь, если ты ту технику, которую выбрал, на то бы играл. Это тупо. Мне кажется, они бы не стали так делать, это балансить сложнее. Да, ну, как балансить? На маусах можно ворота закрыть трупами. Да, такое. Но мне кажется, это должно быть повеселее, чем хотя бы то, что так, у них гонки бывают. Маркера, имена. А я не вижу, да. А ты Гавр или кто? Нет. Я гол забил, а, кстати. А, может быть. Вот. Да, я вижу. Сетсука. А, все, видишь? Я... Мервин. Ты Мервин? Блин, надо... А почему? А, оно выкидывает после забитого гола. Да. Еще проблема в том, что я включил, наверное, анонимайзер. Ты ну, запомнил мой ник? Да. Но тебя я да. По клантегу вижу. Ну да. Так, челы проходят к нам. Давай, 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 Макс, отбивай его. А я пытаюсь, но я не очень понимаю, как. Я это... в угол закинул его, сейчас будем отталкивать. Стрелять по нему можно, да? Да, 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 да. В упор. Потому что все разгоняются, да, да, да. Дальше, да. Мяч дальше проходит. Да-да-да, давай, разгон беру к нему. Я тут застрял в текстурах. Ой-ой-ой, конечно. Ну неплохо, нормально. Ведем мяч. Было близко.
Монгол какой-то, Олег Монгол. Давай, окружай. Дальше, дальше мяч. Забивай, да, Макс. Да, я левее пойду, да-да, сразу. Вон, возле ворот. Да, нет, 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 они его откинут. Нет, не откинут. Как же, да, всратое управление немножко. То есть они как бы его накрутили, но оно от этого встало. Встало. Еще тупее. Встало на порядок, да. Слушай, не знаю, это... Такой мяч. Надо в обратную сторону стрелять, получается. Блин, наши так, же... Так, ладно, себе не забить, да-да-да. Да наши же и гонят его к нам. Сейчас разберемся. Откидываю. Давай. Бом! Хорош, ты прям на голове его продержал. Ну, задница его подпихнул. Все, виду. Давай. Оле! Отлично. Хорош, второй уже забил. Это было слишком легко. Они что-то его катают туда-сюда. Вот если бы не было еще вот этой вот истории с перезаходом каждый раз, было бы круто. Ты даже не знаешь, какие здесь истории бывают. У меня союзник сожрал мяч. Он упал на него, мяч пропал, а потом появился посередине поля, прямо возле противника, и они забили в чистые ворота. Есть. Хорош! Вот это ультанул, чел! Ультанул так ультанул. Так, слева зайду. Так, давай, выгоняй от наших ворот. Как сложно управлять этой штукой. Да-да, тем более на склонах она просто... Так, не выпнул, пипец. Все нормально. Так, держим их. Давай, о, давай. Отлично, они промахнулись. Ведем. Так, хотя бы не в нашу сторону. Да-да-да, физика мяча еще вот это вот. О, отлично. Ох, хорошо. Все, ведем, нормально. Хорошо. Они просто... Хорошо. Боб все боком. Гол! Да, перебросил. Кайф. Блин, реально, все взрывается, все летают. Ничего не понятно. Что происходит? Я так первый бой тоже вот ничего не понял, а потом как понял. Короче, здесь в основном нужно загнать куда-то сюда мяч. Вот, чтобы твои толкались, потом ждешь, когда мяч освобождается, и... Ну и довести, да. Плюс здесь есть раздача в начале, ты можешь ждать пас, ну типа, знаешь, подвести под типа, он разгоняется и прям бьет в ворота дальний. Знаешь, что меня немного напоминает эта штука? Вот, кстати, улитке бы стоило, так сказать, оглянуться. Flatout 2, где были вот эти всякие режимы регби, кёрлинг, вот это вот все, где когда водителям надо было все это делать. Ну, похоже, на самом деле, вроде в мире танчиков такое было что-то. А, блин, близко. Близко, да. Почти забилось, меня чел не оттолкнул. Так, Захар может сам себе. Да это автогол. Давай. Есть! Четвертый гол оформляет стример. Я не знаю, они сами себе забили. Тут народ путается. Ты просто вовремя, так сказать, оказался в нужном месте. А в этом время есть смысл. Просто здесь из-за того, что хаос, нужно просто вовремя возле Олега Монгола постоять, и все будет. И малиновые пиджаки сами себе. А, ну отправят. И не путайте. Смотри, что делает, просто закрой мяч. Это тактики такие, галактики. Давай, отбивай. Так вот, не знаю, получится ли. А, нам свой чуть не зафутболил. Это Гавар, у него панику уже как бы. Все ясно. Красиво Ёпси. Прыгают все. Это я что-то вообще не рассчитал, да. Смотри. Странно, что он как бы вот именно выстрелы не особо подкидывается. Надо его именно толкнуть сразу. Да, именно толкать. Надо выгнать. Олег Монгол со мной был. А, меня перевернули! Они тут будут его пытаться по наклонной затолкать. Они начали играть агрессивно. Да-да-да. Да свои же вон играют агрессивно. Смотри, расталкивают, реально как регби. Так, я вытолкнул его, все. Да, погнали. Да-да-да. В разгон. Главное, красную карточку не склопотать. Так. Хорош, давай, ну... давай, Макс. Со мной уже тут борются. Они не успеют, да, все. И пятый гол. Команда. Побеждает. Стримеры. Я думал, за минуту они не отыграются, да. Стримеры-рандомщики 5-0. Скажи, вот это хотелось бы поиграть в каком-то, не знаю, ютуберском турнире.
Вот, ну, кстати, было бы прикольно, если по танке перестанут там проваливаться мечи и все такое. Да-да, оно настолько, ну, по-доброму сделано, что, ну, типа, никто не будет бояться проиграть. Да-да, тут как бы вообще результатов нет. Да-да, френдли режим, то есть не страшно столкнуться там какого-то, ну, лоу-скилла, да, против скилловика, казуальчика против турнирщика. Да. То есть это есть. Здесь вот другие же навыки совсем решают. Да-да. Так сделано специально. Я бы хотел, чтобы провели. Смотри, видишь, мяч нет. Стоит неровно на карте. Как-то чуть у меня, кстати, правее. По центру. У тебя по центру, а у меня чуть правее. Да. Может, десинхроны какие-то есть. Не, прикольно, если бы они сделали несколько вот таких каких-то режимов, а потом можно было бы реально организоваться. Гонки там какие-то, вот что-то такое, через полосу препятствий, чтобы можно было провалиться еще. Так, видишь, я сейчас под тебя подвожу мяч, а ты давай, бей его. Давай, да-да-да, я разгон сразу тогда беру. Так, левее. Давай. Хорошо! Ну, плюс-минус куда-то туда, плюс-минус, но да. Мешает. Нормально. Так, я попробую его вот так перенаправить, а дальше сейчас разберемся. Ого! Вот это они вписались. Эх, было близко. Да я, похоже, сделал хуже только. К сожалению, сейчас он уходит в наши ворота. Не откидывает, ну, там нормально. У нас защитник есть, ты посмотри. Все уже по тактике. Он еще должен откинуть. Да. Так, я куда... Ого, я за картой цех вижу. Можно вывалиться камерой туда, и там заброшенный завод, чтоб ты понимал. Походу. Плохая ситуация. Так, выдалкиваю. Хотя бы в другую сторону его отвел, а там сейчас дальше разберемся. Все. Ходу отлично. А, все, повели. Веду, это идет я. Идет один. Это я. И один, да-да-да. Заходит. Так, блин, меня заблочили. Не дает просто проехать. Смотри, уже что-то... Некоторые как будто что-то понимают, как да. Оно надо. Постою на... Чуть позади. Посмотрю. Пытаюсь забить. Ли. Давай. Не выходит, там нет разгона. Вот они его откинули. Сейчас я его попробую обратно завести. Давай обратно. Если, конечно, получится. То, что идет он очень неудачно, конечно. Угу. Блин. Все, нормально. Откинул. Это... Где он вообще его потерял? А. Его обратно к нам закинули. На ворота, смотри. Но он не зайдет. Тут надо именно закинуть. Блин, его сейчас вверх надо... Вот так, давай! Тяжело. Так, вроде откинул. Да, кстати, причем за противника. Блин. Да что ж такое? Он опять там по стене где-то крутится. Пытаюсь откинуть, не получается. А там еще один наш. А, мимо тоже проехал. Какое мясо? Все летает. Чел, да мяч. Что ж ты делаешь? Откидываю. О, давай, Макс, хорошо. Все, выкинул его. Ушло норм. К их воротам хотя бы. Хорошо идет, прям у нас ты... тут свалка, давайте в разгон, да. Возможно, забью. Я забиваю, Макс! Гол! Да. Хорош, отлично. Отличный пас. Забил Олег. Был Саня, стал Олег. Что футбол делает с людьми. Неожиданно весело. Да. Они еще везде эти логотипы War Thunder'ов навешали. А как будто на реальном матче сделали бы картонных зрителей и больше рекламы разных. Mm-hmm. Enlisted, давайте рекламируйте тут еще. Че вы стесняетесь? Imba Energy. И это тоже можно. Если заплатят хорошо. Вы, кстати, не местная команда, нормальные типы против нас. Да, такие вот. Смотри, опять тоже подводит под удар, но тот чувак запутался. О, приму. Хорошо. Обратно, держи обратно голевой. Гол, Макс, смотри. Хорош. Молодцы. Это они придумали, конечно. Просто дали мне пас. Вот в этом и фан. Кажется, знаешь, они переиграли. Так дали гол, сейчас залетит, а фиг там. Просто через всю карту, через все поле. А чувак растерялся, не понял, что надо. Вот ну, этот потерялся. Разбегу. Да. Че там? О, нормально. О, так. Хорошо пошло, но не зайдет, сейчас откинется. Ща, вот, может и не откинется. Его. Я же и забиваю. А, хорош. Пошло, 3-0. Ну что, ребят, что, как?
Что с Нам с командой везет, что ли, получается? Как они так проигрывают, сухуют прям? Не, ну они вроде в начале, да, нормально катки прям так... Бодались. Бодались, да, толкались, мешали. А тут посыпались. Поняли, что проще проиграть, да. Да по морали просто просели. Нету тренера хорошего. Так, выталкивают. Сейчас будут... Вот что это было? Знаешь, должны были. Кто-то орёт, одноногие дебилы! Да, кто да, вас да, футбол да. играет? Газмяс, команда. Да, да. Так, все, началось это мясо какое-то непонятное. Быстроногие Абиларда забивает гол! Что за бред? Как? Они просто вокруг ездят, ты спокойно его туда заталкиваешь, отлично. Вот это да. Ты смотри, еще хитрость, я понял. Когда ты поднимаешься вот на вот эту стеночку, да? Ну вот мяч ты оттолкнул, нажимай пробел, лучше откинет. И не будешь толкаться с ними, то есть всегда подпрыгивай. Он тебя, да, в центр, потому что выкинет с этой поверхности. Ой. Так, принимаю. Хорошо. Выпнул. Почти. В полете его очень плохо толкать, он не особо летит. Ай, да чел, ну что ж ты делаешь, желтенький? Так, откидываю. Давай, кидай. Я поехал. То у них тоже на защите остался чувак. Но оно вполне можно сейчас с разгона его туда затолкнуть. Можно и... А, штанга! А, ладно, нормально, добили. Союзник докинул. Хорошо. Я как-то прицел, короче, включил. Тут бинокль можно включать еще. Прикинь. А, очень полезно. Да. О, отраженные удары засчитывает. Прикольно.